Всю жизнь с музыкой в Маргаушском районе живет уникальный человек, мастер по ремонту гармонии. В его коллекции не один десяток музыкальных инструментов. Познакомилась с ним и наша съемочная группа. Без гармонии и ее усовершенствованных разновидностей баяна и аккордеона невозможно представить себе ни одного праздника на селе. Какая ж песня без баяна? Анатолий Петров умеет не только поддерживать компанию, но главное, знает, как придать звучанию музыкальных инструментов яркость, задушевность, мелодичность. Однажды он познакомился с музыкантом из Ульяновской области, который открыл ему мир гармонии. Я не знал, что такой чудный инструмент на свете есть, гармошка. Видал, слыхал, но не играл, даже не касался руками никогда в жизни. На баяне в 4 лет пиликал, что-то отец заставлял играть, вот, а на гармошке нет. Вот. И так понравился инструмент. Любовь оказалась взаимной. Инструменты открыли Анатолию Петрову свои секреты. Он начал понимать их язык, характер, настроение. Теперь он один из немногих мастеров, которые умеют вдохнуть новую жизнь в меха. Многие узнали, что я занимаюсь ремонтом гармонии, аккордеонов, ну, язычковых инструментов. Салатыря много привозят на ремонт. Салатыря, музыкальная школа, там есть хороший музыкальный руководитель. Вот. Она часто посылает ко мне, люди приезжают. Некоторые дарю инструменты музыкальным школам. Вот в Ульяновске я дарю, девчонка была, я взял, подарил баян. Анатолий Петров старается поддерживать талантливых исполнителей, помогает им, как всю жизнь делал его отец, обучавших детей и взрослых хоровому искусству. Но главной своей задачей мастер считает сохранение народной культуры, наших духовных символов, среди которых гармонь – одна из первых. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошеин, Республика.